По всему Пекину ездят уличные торговцы, у которых на таком маленьком прицепе стоит вот такой огромный торт. На самом деле это ручной работы щербет, восточная сладость. Весом мы спросили, он весит 70 килограмм. И вот он разрезает его на такие маленькие кусочки и продает уже как маленькие кусочки щербета или да, упаковочки. Вот мы сейчас попытаемся купить. Сколько это стоит? Сколько это стоит, спросите? Есть фундамент будет мой. 15 юаней. Может, бросить жигер мы солнце там. Попросил 20, если торговался, значит, дал за 15. Вот это он говорит 20 юаней. Так. 20 юаней. Ну, он говорит, может, он вам дать за 15. Можно дать за 15? Жигер мы солнце. Что отсанс 50 сом булада. Что отсанс 50 сом булада. А, если вы возьмете 3 упаковки, он сбавляет цену, 50 будет стоить. Ага. А если возьмем весь торт, сколько стоит весь торт? О-хо-хо. Спросите у него, спросите. Агар гамасын мады буну, сот уласын, неш мы добирался, 70 кг? 4000 кг берем. 4000? 4000. 4000 юаней. 4000 юаней. 4000 юаней, он говорит, отдаст весь этот торт вам. 4000 юаней. Это что, вы хотите купить, что ли? 4000 юаней за торт, это где-то 850 долларов. Мен узем берсем 2000 сом капитайдан. Üzem, müşteri etsem, 2000 son mu tutuyordum müşteri, 2000 son bulardı. Ben 4000 son mu satardım. Переводите быстро. Мои любимые дистрибьюторы, я вас в следующий раз обязательно вот приглашаю с этой компании побыть именно в Пекине, попробовать такой шербет. Очень вкусно. Нет, вкусно. Ну давай я у него. Так. Сколько это? Одну возьмете? Да? Это юани, да. Возьмем одну за 15, которую он за 15 отдавал. А сейчас я еще скажу. Может, арвурок? Подожди. Арвурок берет, он бежит. Игры мы сом садады, 15 сом берет, я нам арзом берет. Он, я говорю, я всем продаю по 20 юаней, а вам-то я даю по 15. А если вы берете 3 упаковки, я тогда вам дам. А знаете почему? Помните главное правило торговли на Востоке. Как только вы вынули деньги, это значит, что вы согласны на их цену. До того, как вы не договоритесь за цену, устраивающую вас, никогда деньги не вынимайте, не показывайте продавцу. Правильно. Так, давай 5 юаней. 5 сом бамо, 5 сом, 5 сом бамо. 5 юаней. 5, как весь у вас, дайте. Не. Чтоб он 45. Йохотян. Смотрите, это принцип одесских таксистов. Принцип одесских таксистов. Когда гуляете по большому городу на востоке, всегда имейте мелкие деньги, потому что у него не оказалось сдачи 5 юаней. Он говорит, только 4, что делать? А, сейчас я скажу, что делать. На 1 юань он что-то добавляет сейчас вам. Да? Я кушаю бурьян. Вот и все. Ну что думали? Да, очень. Все, договорились, я сейчас добавлю на 1 доллар еще. Хорошо, вот видите, я почти согласился, но Лиата Жиевна с него выбила таки довес на 1 юань сверху. Потому что я азиат. Рахмат. Рахмат. Мелим, якшима, якшима кен?